Сотрудники администрации Октябрьского района встретились со студентами КАЛМГУ разных курсов, которые являются уроженцами Октябрьского района. Приветствуя гостей, ректор вуза Батбасалаев отметил заинтересованность университета и руководства Октябрьского района в совместных проектах, которые могут реализовываться с участием КАЛМГУ в агропромышленной сфере, научной и исследовательской деятельности, переподготовки и подготовки кадров для района. Малая родина, Октябрьский район, многим из вас, не только многим, а всем, дал возможность жить, родиться, наслаждаться, живут ваши там родные и близкие. И ведь очень важно, чтобы мы вас к этому призываем, чтобы вы были причастны и сопричастны, в том числе к развитию, в том числе видению своего района. В свою очередь, глава Октябрьского РМО Басан Кубышаев рассказал о перспективах развития района. Также он рассказал, что выпускники КАЛМГУ могут уже сейчас принять участие в различных сферах деятельности, например, в вопросах мелиорации, землепользования и реализации других проектов, направленных на развитие района. У нас на сегодняшний день в Октябрьском районе жизнь не прекращается. Идет подготовка к весенним полевым работам, идет большая работа по водоподготовке, идет большая работа по проектированию и по строительству и по ремонту социальных объектов. В Калмыцком государственном университете имеется и инновационный отдел, имеются и лаборатории. Вот. Все необходимые условия для того, чтобы помочь нам в практической деятельности, в том числе и теоретические знания, которые вы сейчас получаете, я думаю, они очень нам пригодятся. Я практически уверен в том, что каждый из вас здесь присутствующих поможет нам, если не сегодня, то уже завтра. Встреча завершилась подписанием долгосрочного договора о сотрудничестве КАЛМГУ и Октябрьского РМО. Также в этот день Басан Убушаев вручил благодарности и премии студентам, отличникам учебы и активистам, представляющим Октябрьский район.